Привет всем, мы едем в пещеру Монако, это как бы считается святым местом, памятник, вроде как история царской России, там Монако ушел вообще, жил там какое-то время в этой пещере, и со временем это место стало религиозным, люди туда ходят, ну, кроме как религиозное, это еще природный памятник, по-русски, и люди туда ходят, как бы, как церковь, можно сказать, считается духовно очиститься, там помолиться. А кроме пещеры Монако, там уникальная тропа природная. То есть там, не знаю, несколько километров, наверное, до этой пещеры Монако. Туристическая, как экологическая тропа сейчас называется. Ну, виды там обалденные. Я один раз туда ходил, это было где-то в 2011, нет, в 2010 году. Ну, воспоминания очень классные. Ну, сейчас вот, когда я ходил, у меня ни блога, ни YouTube ничего не было, я в соцсетях вообще там не был. Ну, сейчас постараюсь хорошо, красиво снять и показать вам и пещеру Монако, и природу, какая есть там. Ну, это Волынск, Саратовская область. Ну, сейчас мы едем по дороге, и видите, какие здесь виды, горы, река Волга. Вот сейчас вот в Волынской районе находится. Волоковский район закончился, находится Волынск. Волынский район, это вот здесь горы, лавры и большие леса. Природа обалденная. Ну и, конечно же, Волга. По дороге остановились, решили зайти в женский монастырь или храм село Алексеевка. Сколько раз проезжали, я здесь ни разу не был, хотя часто мимо проезжали. Ну, вроде в инстаграме там видел. Благоустроено у них внутри. Красиво.
О, рыбки. Нифига себе. Маленькие? Золотые рыбки плавают. Маленькие? Да. А, вон, да. Прям поверх. Кто-то начнет здесь А там зоопарк, что ли? Все мужики едут, я говорю, хоть бы кто-нибудь один мог бы помочь. Это жилая зона, да, здесь все свидетели живут? Ты неплохо в монастыре живут, да? В монастыре у него даже антенна подключена. Ну, кабельное телевидение, интернет, все дела. Да, это женский монастырь. Живут, молятся, работают. Ну вот мы добрались до пещеры монаха и сейчас пойдем по этой тропе. Ну вот смотрите вокруг, какой лес. Нет, конечно. Вот эта тропа и по ней мы пойдем сейчас. Я на тебе посижу.
Так нет.